Барнауле откроется футбольная школа «Динамо Москва». Это и квалификационные тренеры, круглогодичные тренировки, удобное расположение в 3 районах города Барнаула. И самое главное, ученики, юные, будущие легенды футбола имеют первостепенное право на просмотр футбольную академию Яшина. Как будет работать школа и как в нее попасть? Об этом сегодня поговорим в студии. У нас в гостях директор футбольной школы «Динамо Москва» Денис Некипелов. Денис, привет. Приветствую. Денис, расскажи, футбольная школа «Динамо Москва», что она из себя представляет и почему именно город Барнаул? Футбольная школа – это теперь первая ступень в подготовке юных динамовцев. Если брать в общем всю структуру «Динамо Москва», то опять же, повторюсь, первая ступень — футбольная школа, потом идет Академия Льва Ивановича Яшина и само «Динамо Москва». Почему Барнаул? Потому что здесь открывается филиал Академии московского «Динамо». И решил, чтобы максимально много захватить детей, как бы под бело-голубые цвета, под букву «Д» на груди. Мы совместно с коллегами «Динамо Москва» решили, что было бы удачно открыть футбольную школу еще именно в городе Барнаул. На то, что в городе Барнауле есть команда мастеров «Динамо», это тоже, да, сыграло роль? Что есть какая-то такая база, да? Да, определенно есть факт, что «Динамо Барнаул», также наши коллеги, и дети видят последующие шаги, куда им расти. То есть, что касается, опять вернусь к футбольной школе, дети у нас смогут непосредственно увидеть вертикаль и рост. То есть, здесь есть будущее. Угу. То есть, теперь дети могут уже быть точно уверены, что у них есть такая четкая структура, да, бетон, давай так назовем, что они могут заниматься, тренироваться, попасть либо в команду мастеров, либо уже прям Академия и Москва уровень. Да, совершенно верно. Самые одаренные детишки всегда под присмотром у скаутов. За ними следят, они интересны. В случае, если ребенок очень хорошо себя проявил, он едет на просмотр в Москву, в главную академию «Динамо». И если все хорошо, там и остается. Как попасть в школу ребенку, то есть родителям, что нужно сделать, что там, не знаю? Ничего у нас сложного нету, каких-то серьезных просмотров, именно спортивных составляющих. У нас коммерческая основа, поэтому, можно сказать, мы берем всех. Главное, чтобы у ребенка была справка от педиатра для допуска к занятиям физической культуры, чтобы ребенок был готов заниматься, хотел заниматься, а все остальное это уже на нашей совести, на, как можно выразиться, в руках и ногах наших именно тренерских, наших тренеров, наших специалистов и, можно сказать, моих, чтобы контролировать и видеть, чтобы этот процесс хорошо работал и продуктивно. Потому что самое главное здесь продуктивность. Футбол – это счастье, и мы хотим подарить счастье детям. Расскажи, где будет школа базироваться? Ну, как мы уже говорили ранее, это 3 района. То есть, что это будет из себя представлять? Да, ты прав, то, что у нас будут 3 локации в летнее и в холодное время года по городу, чтобы родителям было удобней по территориальному признаку выбрать себе поле, зал для занятий, чтобы ребенок мог там заниматься. 3 зала. Сейчас мы ведем беседу с коммунальщиком. Это индустриальный район. Дальше оздоровительный комплекс «Союз» и «Динамо». Наш на центральном стадионе есть зал. там будут тоже проходить занятия. Что касается улицы, это опять же стадион «Динамо», это спорткомплекс «Победы» и поле «Лабиринт». Там для более старших возрастов, потому что размеры поля будут позволять полноценно производить тренировки. То есть отдельных манежей строительство не предвидится? Не будем забегать вперед, но, конечно, в мыслях такое есть. Для начала мы откроемся. Также, пользуясь случаем, хочу всех позвать. 28 августа в 2 часа дня у нас открытие на стадионе «Динамо». Будет весело, будет радостно. Вы сможете задать вопросы как и мне, так и тренерскому составу, пообщаться и поближе познакомиться со структурой футбольной школы «Динамо Москва». То есть там уже будет и тренер, и представительница Москвы, то есть уже по-настоящему так все. Да. У нас будут спортивные эстафеты. Спортивные эстафеты у нас как раз сразу будут вести именно тренеры наши. Детишки сразу могут познакомиться поближе с возможными наставниками. Также и родители могут посмотреть на компетенцию тренерского нашего состава, также с ними пообщаться. Откуда тренерский состав? И если уже известно план тренировочный, то есть, может быть, примерно, как он будет состоять, что ждет детей? Для разграничения уже поступают звонки, и родители задают некие вопросы. Я хотел бы сейчас сразу сделать разграничение. Да, это больная тема и актуальна она сейчас. Да, футбольная школа «Динамо Москва» тренирует по методикам Академии Льва Ивановича Яшина. То есть по московской, по московской методике. То есть что и в Академии, что и у нас идентичная методика. Мы не занимаемся отсебячиной, ничего не придумываем. Что касается «Динамо Барнаул», у них своя методика подготовки футболистов. Вот разница между нами. Эта методика. Если мы берем, точнее, отвечая на вопрос про тренерский состав, он уже у нас сформирован. У нас на каждой тренировке, каждой группе представлено 2 тренера. Один главный и его помощник. Помощники у нас бывшие профессиональные футболисты, действующие игроки, ребята, которые имеют педагогическое образование, которые получают лицензию, переходят на стадию именно тренерской карьеры. Они тоже хотят развиваться вместе с детьми. И, конечно же, главный тренер, люди с большим опытом от 10-15 лет работы, как местные кадры, так и будут люди, которые приехали из Москвы специально под этот проект. Давай еще раз разжуем, и положим по полочкам. Да. Школа Яшина и футбольная школа «Динамо Москва». Академия Яшина. Это то же самое, взаимосвязь школы «Динамо Москва». Да. Совершенно правильно. Да. И то, что сейчас тренируется в «Динамо Барнаул», они не пересекаются, но вы детей можете туда забрать, или они могут перейти свободно туда, а некоторые могут продолжать тренироваться там. Чтобы сейчас стало понятно родителям, что делать родителям. Да, то есть из-за того, что мы коммерческая именно организация, то есть у нас платные занятия, мы для детей, которые уже числятся, к примеру, как в «Динамо Барнаул», так и в других местных командах, они могут к нам приходить, как повышать уровень своего мастерства игры в футбол. Мы подготавливаем детей для поступления в академию. Если мы берем непосредственно футбольная школа, это как младший брат Академия – это старший брат, и отец – это и есть Динамо Москва. Вот тоже, чтобы иерархия была понятна. Забирать никто ни у кого, конечно же, не будет. Мы можем просто предложить свои услуги для повышения индивидуальных качеств, чтобы в последующем ребенок смог попробоваться в академию. Самые талантливые дети, повторюсь, имеют первостепенное право на просмотр в Академию Динамо Москва. Льва Ивановича Яшина. И хотелось бы еще, наверное, добавить, как относится клуб, как относится бренд к своим воспитанникам. «Динамо Москва» заботится о своих воспитанниках. И, не побоюсь этого слова, индивидуальный подход к каждому ребенку. И здесь заинтересованы все, чтобы у ребенка получилось играть в футбол. То есть ребенок может продолжать заниматься в «Динамо Барнаул». Да. Спокойно, никто это место, так сказать, не вытеснит. Нет, нет, нет. Он просто, если пойдет к нам, он получит право на первостепенный просмотр в Академию «Динамо». А не было переговоров либо идей, чтобы вот открыть школу, да, «Динамо Москва» Барнауле, и туда всех перекинуть те, кто занимается сейчас в «Динамо Барнаул»? Или это как-то нет в этом смысле? Скоро открывается филиал Академии Московского «Динамо» здесь. И как раз про что ты сейчас говоришь, будет как раз происходить с «Динамо Барнаул». Я думаю, я не компетентен в данном вопросе. Лучше позвать Виктора Викторовича Штерца, директора как раз Академии. И он, наверное, все подробнее расскажет. Вот так вот. Давай еще про футбольную школу «Динамо Москва». А будут ли там какие-то современные технологии подходу к детям во время тренировочного процесса? Да. Кроме того, то, что ребенок занимается по методикам московского «Динамо», у нас будет вестись видеосъемка тренировок, чтобы тренер смог осматривать все моменты, чтобы он не упустил ничего. Наши тренеры пишут конспекты, ведут игроков. И мы сделаем максимально, чтобы мы ничего не упустили. И много времени не уходило на нас, если ребенок и вправду талантлив, чтобы мы сразу же его отправляли на просмотр в Академию «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина. Ты говорил, что уже фамилии тренерского состава известны, да, то, что уже есть такая некая команда. Как они отнеслись вот к новым технологиям? Что, ну, наверное, это новшество, тем более никто не видел. С позитивом, наверное. Это интересно. Я очень рад, то, что мне удалось собрать такую команду. Здесь есть совмещение молодости и опыта. Это связка, я считаю, очень дорогого стоит, потому что опыт передается молодости, а молодость – это инновация, какие-то новые решения, идеи и такая некая коллаборация, которая, я считаю, должна максимально помочь ребенку в достижении его цели. Футбол, повторю, счастье, и мы должны это счастье оберегать и до конца вместе его с ребенком пронести. Смотри, у нас есть еще с тобой примерно 30 секунд эфирного времени. Были ли какие-то проблемы, может быть, палки в колеса? Можешь об этом кратко так? Нет, не скажу, чтобы что-то такое было. Наоборот, хочу выразить благодарность коллегам с «Динамо Барнаул». Очень сильно помогли и помогают сейчас. У нас налажен с ними контакт. Обе стороны заинтересованы, чтобы этот проект получился. Ну и на этом наше время, к сожалению, подходит к концу. Любите спорт, играйте в футбол, и у вас все получится.